Всем привет, с вами снова Доскос и Барак Обама, и мы продолжаем уничтожать все живое на Пандоре с целью найти какое-то там волшебное хранилище с несметными богатствами и всем таким прочим необходимым для красивой жизни. Ладно, у нас еще куча заданий второстепенных и сюжетных тоже хватает, но вот это... Вот это что-то прикольное, понимаете ли, но суть в том, что он только 140 урона наносит. Ну, я понимаю, конечно, что у него ножик, и можно им фигачиться, но вот то, что у него 38500 цена, мне как-то не совсем подходит. Так, ну что ж, достойных образцов вооружения пока что я не вижу, поэтому не будем ничего покупать. Возьмем тачку и возьмем еще какое-нибудь задание. Точнее, не возьмем, а сделаем какое-нибудь задание. Ну что, пора и по газам. Так, нет, не пулемет, а вот как раз таки. Посмотрим, что у нас имеется. Нам нужно уничтожить кого-то там. Ну, большинство мы уже уничтожили, выполняя другую миссию. Ну, чисто случайно, я просто всех замочил, как обычно. Довершим тогда начатое. Воу-воу-воу-воу. Вот это был, конечно, подляночка. Так, уйдите от меня, гады. Так, здесь как раз три образца техники. Но у меня, по-моему, сейчас взорвется моя машина. Да попадишь ты в кого-нибудь. О, у него гранатомет, это плохо. Надо вылезать срочно. Где это? Воу. Моя машина, урод, я тебя поймаю, если увижу. Вот, блин. Это совсем уже никуда. Вот все. Меня малость задавили. Как-то незаметно здесь давит, знаете ли, я даже не успеваю спохватиться. Эй, не пора ли нам путь? Давай. Еще одну тачку нам надо. Еще. Не туда залез, видимо. Что ли? Нет, машина почему-то не едет. Она в чем-то застряла. Нам нужно еще одну тачку уничтожить. Создать машину. Телепортация. Поехали. Дубль дважды два. Но... Если ты такой крутой... Да, выполнили задание, теперь можно валить отсюда нафиг. Так. О, так это из-за него тебе пришлось взорвать мои машины. Мне плевать на бандитов. Это были отличные машины. Скутер-то оказывается знатный барыга. Ему плевать, кто на них катается, на его тачках. Главное, что на его тачках катаются. Урод, короче, моральный, разлагающийся личность. Ладно, неважно. Мы этого придурка слушать все равно не будем. Так или иначе, будем делать свое дело. Оно правое, я в это верю. Так. Ну что ж, это было вроде бы сюжетное задание. Бандитский апокалипсис. А теперь выполним какое-нибудь второстепенное, пожалуй. Надо выполнить все, прежде чем убираться из этого района. Иначе неинтересно. Что здесь есть? Вот и твоя проблема. Вентили закрыты. Да, один я уже закрыл. Теперь остается закрыть еще два. В самой заднице этой локации находится... Я там был, но я не увидел вентиль, если бы я увидел его. Все это надо, конечно. Так. Погодите. Нет. Годить тут нечего, поехали дальше. Вот что мне нравится в этой локации. Едешь просто напрямую. Здесь везде практически можно проехать, за редким исключением. А так, в принципе, нормально. Так. Не туда уехал. Надо туда уезжать.
Так. О-о-о. Это вообще что? Как понимать? Ха-ха-ха. А, нет, это я уже вообще не туда уехал. Только не свалиться. Не свалиться. Вот где-то... Вот он, проход. Здесь, по-моему, собак дофигища. Надо перезарядиться. Отлично. Да, собаки здесь, по-моему, присутствуют. Сейчас вылезут. Да, уже вылезают. А, нет, это жуки. Жуки, а не собаки. Ну, от этого, в принципе, суть не меняется. Они еще и взрываются, гады. В отличие от тех же собак. Так. Я в этой темноте опять ничего не вижу. Я уже и шторы закрыл от солнца. И все равно что-то ни черта вообще не видно. Даже турель ни хрена не разбирает в тени. Она не может ни по кому попасть буквально, в смысле слова. Что за бред, я не понимаю. Под водой им, что ли, вообще пофиг на меня? А ну, уважать меня быстро. Уважать меня быстро. Смотрите, какой глюк, а. Получи, что ли. Хоть граната помогла. Вентили. Где вентиль? Вот он, вентиль. Я даже эту башню не вижу в темноте. Это издевательство форменное. Будем ждать рассвета. Так. Осталось закрыть третий экранчик. Прям служба ЖКХ на Пандоре какая-то. Хватит мне в лицо швыряться тушами своими. Это раздражает. Честное слово. Так. Где у нас третий образец инженерной мысли? В виде водонапорной башни. Поехали к нему. Вот эти машинки меня начинают бесить. О, на пикничок решил остановиться. Ну, молодцы. Я не знал, что они из своих тачек вылезают на самом деле. Это для меня откровение какое-то. Ну, не надо, я ж тебя просто задавить могу в любой момент. Чё я церемонию с ними пытаюсь по-красивому? Он вообще был со взрывчаткой какой-то дикой в руке. На меня полз. Здесь еще какое-то одно задание, надо вылезать из машины срочно. Ладно, придется так разбираться. Так. Что за... Клюков в этой игре все больше. Ну и ладно. Так. Вот он, вентиль. Это задание выполнено, а вот это вот тоже вроде выполнено. Так. Что-то я взял. Автопистолет Теодор. Какую-то хрень я взял на самом деле. Это уже не актуально совсем. Что мы тут имеем? Ладно, подберем. Вычинилась машинка, слава богу, не взорвалась. Вытерпела. Все издевательства над собой. Так. Какие задания у нас еще есть? Не выполнены. Ладно, уж лучше все это выполнить сразу, потом уж как-то вернуться и сразу все задания сдать, в общем-то. Охотник на крупную дичь. Поехали, это выполним. Охотник на крупную дичь. Оп. Мы недалеко как раз. И кто же здесь знаки против проезда ставят, непонятно. Кому это вообще понадобилось? Так. Бежим, бежим, бежим. Навстречу неизвестности, и назад пути нет. Это классно. Это так оптимистично.
невероятно просто. Воу, воу, воу. Не надо, не надо пугать меня своими замутами. Приманочку. О, воу, большой зверь. Ну ты классен. Я тебя уже уважаю, старик. Нет, 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 ну не... Чтобы взять такого поэффективнее. Ну, мы сейчас с ним разберемся. Не проблема. Воу! Воу-воу-воу! Не надо так делать. Не надо так делать. Слушай, нет, слушай, батя, не стоит. Не стоит этого творить такой фигни. Куда? Пасть открой свою, проклятую. Я хочу пару зарядить. Задница-то больнее, да, получать, чувак. Оп, задницу. Пасть-то открой. Интересно, что так. Открой свою пасть. Вау, опять ты меня ударил. Нехорошо. Совсем нехорошо. Блин, как... Кстати, перезарядка. Еще патроны кончились. Патроны кончились. Пока они там восстановятся, пройдет года. Ура! Что у нас тут есть? Пистолетики. Ничего такого ценного не выпало. Это жалко. Очень. Щит какой-то там. Возьмем щит тогда. Какой-то пистолетик драненький, все. Что? Что это такое? Ладно. Главное, что убили этого броненосца. Набрали патрончиков, сейчас еще восстановим. Потихоньку. Готовку брать уже не буду, че она там. Где выход-то? Выпустите меня отсюда. Так. Ладно, да, вернемся на заправку, точнее, в бар. В бар, в бар, в бар. Так, ага, новый уровень. Штурм увеличивает объем магазина и снижает отдачу боевых винтовок. Я сейчас с СМГшками хожу, поэтому... Попадание по врага сокращает время ожидания для турели Скорпион. Данный эффект применяется не чаще, чем раз в 2 секунды. А это что такое? Турель Скорпион? О. Ну ладно, прокачаем пока мою суперфишку. Так. Возвращаемся обратно. Возвращаемся, возвращаемся обратно. Вау! Мы вообще в бар едем. Нет, мы едем не в бар. Мы едем на скалистый уступ. Это тоже было сюжетным заданием. Так. Направо. Приехали. Почему здесь оружие не продается, а? Так всегда. У тебя тут нет оружия? Нет, нету, ничего нету. Ну ты бомж. Нам сейчас дадут винтовку. Помню я эту винтовку. Нормальная штука. 309 урона. Долго я с ней ходил. На любой вкус. Лекарство. Надо продать свое. Автопистолет этот поганый. Этот тоже нет, не тоже. Против больших нет, это тоже продадим, ладно уж. Это продадим. Это продавать не будем пока что. Снайперская винтовка. Специальный пулемет. Продадим нафиг чего-то. Хотя у нас не осталось ни одного пулемета, чтобы тратить из него патроны, но, блин, ну ладно, неважно. Выживем как-нибудь, СМГшка сейчас критичнее.
среди моих стилей. Ну ладно, пока что, я думаю, на этом серию можно закончить. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Доскос. Спасибо, что смотрели. Ждите следующую серию. Всем спасибо, всем пока.